Лысый! Боитерма просто! В гол ворота команды «Троицк» забил игрок под номером 18 Майрович Максим. Счет в матче. Середина, блядь, середина, ну подскажите, немножко-то, блядь. Ревяк, блядь. А что там, что-то на... Да нет, я могу сам завтра ее забрать, если хочешь. Зачем тебе гонять-то ее без проблем? Понял. Все, да, папуль, спасибо тебе большое. Ага. Да, давай, я счастливее. Че, Андрюха, есть? Блять, ну вы зацепитесь за место, впереди-то, ёпта, вы теряете мячи! Кирюха, да, вот? Кира, ну... Блять, мимо мячи одет. Стоишь, ты бушуя, блядь! Шагаем! А, рука! Бушуя! Богдан!
счетом 5-1 завершился матч 3-го дивизиона между командами Чертаново и Троицк. Победу одержала команда Чертаново. Уважаемые болельщики, благодарим вас за посещение.